нажала. Короче, вот такой вот снег выпал в Краснодаре. В Краснодарском крае. Находимся поселок Агроном. Краснодарский край. Думаю, что он не тает. Плюсовая температура. О, дождик идет уже 2 дня. Снеговик стоит 2 дня. Вон он. Только нос вывалился. Снег не тает, короче. Думаю, в чем проблема? Заходим. Снег. Руки почти сухие. Это чуть-чуть мокроватый, потому что дождик идет. Берем зажигалку. Что должен снег делать? Таять. И вода должна от него бежать. Химтрейлы распылялись над Краснодарским краем. Что он не тает вообще. А ну. Офигеть. Он капать должен. Он не тает. Думаю, в чем причина? Вчера забирал сына со школы. У него в воротнике снег. Говорю, откуда снег? Он говорит, да на перемене играли. Снежки. Прошло 1:20. С тех пор, как они играли. Куртка висела в теплом классе. Короче, тот снеговик можно заносить в дом. Ставить, и он будет стоять. Вообще не капает. Ни капельки не упало за это время. Ни капельки. Снег пластмассовый. Не капает, не тает. Вот такой вот снег у нас. Краснодарский край.